Итак, очередной раз в программе «Звезда Нука». У нас 79-й гость Владимир Рацкевич, композитор, музыкант, мультиинструменталист, режиссер, сам дизайнер и много-много разных проектов, разные группы. Последний актуальный — это «Зумра», насколько я понимаю. Да, пожалуйста. Правильно. Всем привет. Привет, Владимир. И мой первый стандартный вопрос. Скажите, пожалуйста, пару слов обо мне. Ну, вы отважный человек, мне кажется. Я с вами не совсем знаком, поэтому не могу сказать поподробнее. Но ваша отвага называет. Важный человек, два слова достаточно, спасибо. А следующий вопрос, вот представьте, что вы оказались на Марсе в данный момент. Какой был бы первый вопрос марсианам? Мне кажется, что я сейчас на Марсе. Сейчас мы на Марсе. Такое впечатление, что... Хочется как-то даже не задавать никаких вопросов, а просто посмотреть и представить себе, что они, в общем, похожи на землян. И расстроиться по этому поводу. Я бы не сказал, разочароваться. Ну, то есть с такой долей мазохизма разочароваться в марсианах. Такие же, как земляне. У меня еще вопрос. Представьте, что вы можете выбрать любую суперсилу. Какая бы суперсила была? Наверное, дать возможность людям выспаться. Всем людям. Просыпить все. Вообще на земле или публику? Публику на земле. Всю публику на земле. Хорошо. Представьте, что у вас есть третья рука. Что бы вы рукой делали? Я бы вторую отрубил. Интересно. Представьте, что все музыканты в мире и люди, которые относятся к музыке, они внезапно стали вне закона. И вот какие бы первые действия? Я бы пошел учиться на юриста и стал защищать его. Mm-hmm. То есть как разбираться в юриспруденции. Помните, был такой сериал «Санта-Барбара»? Ну да, что я его не смотрел. Или, может быть, каких-то трех героев сможете так назвать? Хотя бы одного. Мария, что ли, какая-то? Я не знаю. Как вы думаете, как бы назвали Дональда Дака, если бы вы придумали в СССР? Какая Чебурашка, что ли? Я думаю. Какая Чебурашка? Хорошо. Ну, да. А у меня вот экспериментальный вопрос. Герой из прошлой передачи задает вопрос герой следующей передачи. И он задается вопрос от финского рэпера Pale Face. Он задал такой вопрос. Какая последняя еда, которую вы сами приготовили? Вареные яйца. Вареные яйца. В свою очередь вы должны задать вопрос следующему герою. Будет писать вопрос. Какая последняя еда, которую он выкинул и стал есть? Оказался. Хорошо, интересно. Я много слышал про ваш коронный фокус. Вы могли бы его продемонстрировать? Так я уже его демонстрировал. На сцене, да? Представьте, что вас поставили перед фактом выбрать один стиль музыки на всю оставшуюся жизнь. Либо вы занимаетесь одним стилем музыки и слушаете, и вообще только вы слушаете, либо вообще тишина в конце жизни. Что бы это достигло? Ну, конечно, эмбиент. Эмбиент, да? Битвы с эмбиентом, то есть есть барабаны, а есть как бы правильные, вот это битвы с эмбиентом, да? Не, ну я имею в виду такой а-ля нойз, такой эмбиент. Без барабанов. Без барабанов. Хорошо. Наверное, закончим. Последняя просьба какую-нибудь смешную роль с камерой. Хорошо, спасибо большое.